Всем привет! Сегодня у нас две посылки из AliExpress. Давайте посмотрим на них. О, это аэраторы. Купил я их за 5.22 и еще 5 штук я покупал за 4.40 на AliExpress. Идут они очень долго. Заказывал я их еще 5 марта и сегодня у нас 24 апреля, то есть полтора месяца они шли. И второе, что у нас, это вот такая вот скакалка с механическим счетчиком. У нас уже была распаковка, но электронных, без шнурка. И этот я купил для жены, ей нужен со шнурком. И заодно механический счетчик, который будет считать, сколько она пропрыгала. Вот, ну давайте все детально посмотрим. Аэраторы. Аэраторы очень классная штука. Покупал вначале в обычном офлайн магазине у нас. Стоил он 72 гривны за одну штуку. Это было года 2 назад. Сейчас, наверное, дороже даже. В общем, 72 гривны это тогда было что-то около 4 долларов, наверное. Вот. И потом я купил несколько в Китае. И они реально пластиковые. Здесь вот набивается из-за нашей воды ржавчина. Вот, они забиваются и так далее. И со временем, то есть оно из пластика сделано, и со временем оно ухудшает свои как бы качества, и вода хуже льется и так далее. И вот здесь бывает заржавина, ну как бы набьется ржавчины, и он перестает переключаться, если вы редко, допустим, переключаете. А у матери моей вообще вот здесь вот пластмасска лопнула и начала сочиться вода. То есть в принципе, вот этого аэратора хватает где-то на год. И если вы планируете его купить, я вот советую купить сразу их несколько, потому что реально классная штука, когда если у вас особенно напор слабенький, допустим, вы включаете вот такой вот режим, напор получается сильнее, намного лучше мыть посуду. И, допустим, у себя дома вот в этом режиме, то есть открываешь, он со всех дырочек льется, сейчас мы подключим и я покажу, то есть и мы его даже не переключаем на такой режим. То есть он все время в открытом режиме. Ну, естественно, за год оно забивается. Есть более дорогие аналоги этих аэраторов, металлические и так далее. Лично мое мнение, я не советую брать металлические, лично мое мнение. Если кто-то не согласен, напишите в описании. В общем, они забиваются, и потом их все равно нужно откручивать, да, металлические. Откручивать, где-то там в уксусе вымачивать, как-то очищать, пробивать, иголочкой прочищать металлический, да. То есть с металлом ничего не случится. Будет, ну, нужно будет время для того, чтобы это все зачистить, и плюс вот эти вот прокладки усадочные в металлическом, они все равно резиновые, их все равно нужно будет докупать, поэтому легче взять сразу несколько вот таких вот 5 штук, допустим, взять. Вот у меня один домой, один жене сестры, точнее сестре жены, один маме, то есть вот 3, и 2 будет запасных, а, ну еще моей сестре один, и вот один будет запасной. То есть, ну, как бы можно вот таким вот комплектом взять каждому, потому что реально прикольная штука, она классная и действительно очень действенна. Сейчас мы прикрепим одну и давайте посмотрим, почему-то вот здесь какая-то резиночка есть. Ага, она отсюда выпала, вот здесь вот есть резиночка уплотнительная. Вот, она выпала здесь и болтается отдельно. Вот 5 штучек я купил, сейчас один прицепим и я вам покажу детально. Ну, а давайте пока перейдем к скакалке. Скакалка сделана из, ну, вот эти ручки, они легкие. Сделана она из пластика, то есть внутри ничего нету. И вот, смотрите, то есть если ронять ее, она может лопнуть. Вот, но не очень она добротно сделана, конечно. Вот, ну и давайте посмотрим, будет ли она считать. Так, в обратную сторону крутнул, посчитала в обратную сторону. Раз, два, считает. И сбрасываем. Ну, механически здесь ничего такого нету, как бы сверхъестественного. Скакалка как скакалка. Мягкие, легкие ручки. И вот такая вот... Кстати, вот приятная на ощупь, ну, хорошая вот резинка. Давайте посмотрим, какая она по размеру. Не знаю, видно, нет вам. Вот такая вот она мне до груди. То есть ее можно укоротить. Шнурочек получается где-то 2,5 метра. И его можно укоротить. То есть запас есть. И, допустим, если вам такой длинный не нужен, берем вот так, продеваем.
замеряем, как вам нужно, и обрезаем кусочек. Вот что происходит со временем, то есть здесь ржавчина или что-то набивается, вот так вот, это вот через год она, но она продолжает работать, ну, не такой вот интересный напор. Сейчас поменяем и посмотрим, как теперь будет. А, ну и она, видите, не включая, а, ну включается, но еле-еле открывается, то есть. В общем, меняем. Не знаю, видно будет, не видно. Вот здесь внутри ржавчина, слизь. Все, теперь новая. Снимается и одевается она легко рукой. Никаких там за счет прокладок, никаких там дополнительных плоскогубц или еще чего-то не нужно. Вот так теперь. Отлично льется и переключается. Штука классная. Штука классная, могу ее смело советовать. Вот ссылка будет в описании. Я нашел подешевле. Вот, ну, заказал у двух разных продавцов. Одна пришла очень долго, второе еще не пришло. Тоже 5 штук, еще жду. И вот такая вот у меня дома, но она включается нормально. Более-менее. Ну, уже тоже вся в ржавчине и накипь. Откручиваем, откручивается она легко. Прям вся конструкция рукой. Вот. Немного, ну, получше выглядит, чем вторая, которую мы смотрели. Все, установили. Все отлично, новенькие, свеженькие, теперь можно еще год пользоваться им, чтобы взять несколько штук запасных, очень они прикольные, они и воду экономят и так далее, то есть единственное, что нужно их сразу несколько купить, для того, чтобы можно была возможность хотя бы раз в год их менять.